видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 12 на странице 6 рабочей тетради по математике для 2 класса автором Аром. Запиши знаки действия плюс и минус. И если надо, расставь скобки так, чтобы получились верные равенства. 11 минус 7 равно 4. 4 плюс 8 равно 12. 16 минус 8 равно 8. 8 плюс 7 равно 15. 8 плюс 9 равно 17. 17 минус 10 равно 7. 50 плюс 35 равно 85. 85 минус 10 равно 75. 75 минус 20 равно 55. 55 плюс 40 равно 95. 80 минус 50 равно 30. И 30 минус 30 равно 0. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.